Знаешь ли ты, насколько важно регулярно использовать пилинг? Об этом я расскажу на примере моего любимого пилинга от Елизавека. Твоя кожа ежедневно теряет миллион мертвых клеток. Кожа постоянно обновляется, постоянно сбрасывает омертвевшие клетки и производит новые. Это естественный процесс отшелушивания, и в идеале мы могли бы не вмешиваться в него. Но наш образ жизни в загрязненных городах и ежедневный мейкап значительно замедляют естественное отшелушивание. Пилинг от Елизавека подходит для лица и для тела. В качестве абразива в нем используют целлюлозу. Это мягкий синтетический абразив, который не повреждает и не царапает кожу. В составе пилинга есть зеленый чай. Он восстанавливает систему микроциркуляции кожи. При ее нарушении кожа стареет гораздо быстрее, и именно от нее зависит молодость, увлажненность кожи, ее чувствительность и общий внешний вид. После пилинга обязательно увлажни кожу любимым кремом. Отшелушенная кожа очень хорошо воспринимает все средства, которые ты на нее нанесешь. А сам пилинг оставляет кожу нежной и гладкой.